Эгегей, всем привет. Сейчас 3 часа ночи. Я проснулся час назад в 2, как обычно. И расскажу еще один мой секрет восстановления. Не часто им пользуюсь, но периодически пользуюсь, потому что просыпаюсь рано, и бывает, я хочу кушать. И я это ем. И ем, и восстанавливаюсь сразу же. То есть, что я делаю? Я себе готовлю такую незамысловатую пасту из макарон. Ой, пасту из макарон, слышишь? Пасту из моркови. Морковь. Морковка. Обычная морковка. Натираю ее на терочке специальной. Либо можно для нарезание корейской морковки это делать. В принципе, все равно. Плюс-минус. Это будет только влиять на внешний вид и все. Вот. Почему морковка? Как мы знаем, в морковке много витамина А. Как известно, что в процессе создания мышечных клеток он играет непосредственную роль. Поэтому если будет дефицит, соответственно, будет очень слабое восстановление. Для того, чтобы было хорошее восстановление после тренировок, соответственно, нужно употребить витамин А. Логично. Так что это блюдо всем очень подойдет, кто занимается активно. Активные тренировочки. Ну и кому надо, как бы, больше энергии. То есть это как раз то блюдо, которое очень сильно помогает. Заправляю его, делаю соус. Это оливковое масло, ложку. Ну, там по вкусу, как бы, каждый делает. Я ввожу себе на одну большую морковь. Это 1 столовую ложку оливкового масла, несколько ложек лимонного сока. Плюс туда тру имбирь и тру туда еще чеснок. Плюс это все я перемешиваю, заправляю, посыпаю кунжутом, орешками, кедровыми, может, ну, разными, может, любыми, по вкусу, кому как нравится. Вот, и в принципе это кушаю и восстанавливаюсь. Вот такое вот еще мое, как говорится, блюдо для восстановления. Так что пробуйте, восстанавливайте, хотите быть бодрыми и быстро восстанавливаться, кушайте витаминки. На связи.